Кызылординской области медучреждения оснащают современным диагностическим оборудованием. Лапароскопы, компьютерные томографы и ультразвуковые аппараты нового поколения. В этом году на укрепление материально-технической базы из местного бюджета выделили более 3,5 миллиардов тенге. Возможность пройти экспресс-обследование получили и жители отдаленных сел. А в регионе организован выезд передвижных медпунктов с бригадой врачей. Тему продолжит Райхан Тажибаева. Еще недавно пройти качественную диагностику жители Казалинского района могли только в клиниках областного центра. Сейчас получить консультацию можно в местной железнодорожной больнице. В этом году здесь появился свой компьютерный томограф. В день принимаем больше 80 пациентов, работаем 24 часа в сутки, обслуживаем 3 района – Казалинский, Кармакшинский и Аральский. Кроме того, мы получили анализатор чувствительности к антибиотикам, с помощью которого можно повысить эффективность препаратов и качество лечения. В отдаленные села области выехали и первые передвижные медкомплексы. Они появились в регионе совсем недавно. Техника, оснащенная современным диагностическим оборудованием, помогает специалистам выявлять болезни на самой ранней стадии. В течение 3 месяцев мы посетили 3 района. Обследование на цифровом маммографическом оборудовании с функцией томосинтеза прошли 1051 человек. Рак ранней стадии выявлен у 19 из них. Еще у 12 пациентов онкологию обнаружили при помощи УЗИ. 50 пациентов с различной патологией направлены на дополнительное обследование. В этом году для 4 межрайонных больниц регион планирует приобрести компьютерные томографы и лапароскопическое оборудование. Решают власти и кадровый вопрос. В прошлом году мы выдали 30 грантов выпускникам резидентуры. В этом году столько же. Сейчас региону не хватает 120 специалистов узкого профиля. В межрайонной больнице нужны неонатологи, реаниматологи, кардиохирурги и нейрохирурги. В этом году в регионе ведут в строй 11 врачебных амбулаторий, а в Кызылорде завершат строительство новой поликлиники, центра крови и областной многопрофильной больницы на 300 мест. Райхан Тажибаева, Нуржан Музарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, 24 КЗ.